Пышные, вкусные пирожки с капустой. Берем килограмм муки и просеиваем через сито. Чтобы она впитала в себя кислород. 0,5 берем литра молока. Одну чайную ложку сюда кладем сахара, подогреваем немножко и пол пачки дрожжей. Помешиваем. Можно руками размять дрожжи. Делаем лунку в нашей муке небольшую. И постепенно туда вливаем молоко с дрожжами. Накрываем салфеткой и оставляем на часик. Пока наше тесто подогревается, греется в теплом месте, мы берем 0,5 пачки маргарина сливочного, добавляем туда 1,5 столовой ложки сахара, щепоточку соли. Растворяем, я растворяю из свечи немножечко на небольшой мощности. Берем 2 яйца, отделяем белки от желтков. Тихонечко, аккуратненько, никуда не спешим. Взбить вилкой. Вылить в смесь с мукой. И также вылить смесь с маргарином. Перемешать деревянной ложкой всю нашу получившуюся смесь. Тесто нам надо очень хорошо промесить, чтобы оно не липло к рукам. Оно лепится долговато. Потом, когда вы замесите тесто, да, надо постоять 20 минут, накрыть его для поднятия. Силой. Смотрите, какое у нас красивое тесто, как оно хорошо поднялось. Я заранее приготовила капусту. Я очень хорошо тушу ее с морковочкой, с лучком, с укропчиком. Поэтому дальше продолжаем лепить уже пирожки. Немножко отрезаем от теста. Делаем небольшой шарик. Раскатываем его совсем небольшой. Кладем капусточку. И вот так вот я аккуратненько прищипываю. Так. Получается вот такой милый пирожок с этой стороны и кладу вот так на противень. Когда у нас все на противне, обязательно смазываем мы желтком наши красивые пирожочки. И я люблю посыпать кунжутом, но это уже на вашу усмотрение, кому что нравится. И отправляем наши пирожки в духовку. Сто восемьдесят градусов.